Ну что ж, друзья, Бриска похитили, и по словам Васка, имена такие, Бриска, Васка, Паска. Вот, по словам Васка, его похитил маленький коротышка-пират, одноногий, это Симпкинс, как бы по описанию получается. Вместе с ним был Бобби. Вот, нам нужно будет как-нибудь поговорить с Нелл, рассказать ей об этом. И с ними же был замечен дядюшка Эдуарда. Вот. И нам нужно как можно скорее найти Бриска, освободить и наказать похитителей. Вот. Давайте вернемся на корабль. Нам нужна помощь в этом. Но все-таки Моргана все-таки девушка. Может, Диего поможет нам. Where do you want to go? Я хочу отправиться на борт. Все-таки Диего соизволит с нами посотрудничать. Yes. Так, Бриска. Сеньор Бриско, сеньор Бриско пропал. Мне нужна твоя помощь. Ты же у нас действующий капитан. Ты сможешь найти его без моей помощи. Я должна сказать папе. Скорее, это хуже повлияет на тебя. Хиллари Симпкинс куда-то увез Бриска. И я здесь при чем? Какой-то... Не знаю, почему бы девушке-то не помочь? Жлоб такой огромный. Я не могу справиться с Симпкинсом одна. Если я не верну Бриска, судно потеряет контракт. Пожалуйста, помоги. Ладно. Но я это делаю только ради корабля и капитана. Спасибо. Пойдем к городским воротам. Так. Пришли к городским воротам. И что теперь? Снова поговорить с Диего? Are you sure? Ты уверен, что ничего не знаешь такого, что поможет обнаружить Хиллари? Yes, I'm sure. Да, я уверен. Так, что? Васко? Васко? Yes, сеньорита. Да, сеньорита. Тоже ни черта нет. Окей. Окей. Идем дальше. Может, Санчо нам что-то расскажет? Может, она видела? Hello, Sancho. Привет, Санчо. Hello, Morgan. Привет, Моргана. Have you seen Ты видела Хиллари Симпкинса? Do you know where Знаешь, he где он может быть? Что no, за реакция? Нет, не видела. Единственным человеком, который мог бы знать, где он находится, это Натаниэль. Где я могу найти Натаниэля? He should be at home. Он должен быть дома. Его дом перед трактиром. Перед трактиром. Ну, там было закрыто. I can't just take the... Так. Hello, Sancho. Hello, Morgan. Я все почему-то думаю, что, блин, сережку, может, она нам продаст. Или не продаст она нам сережку. Черт с ним. Так, вот это получается дверь. Мы, по-моему, в прошлый раз стучали, никто не открыл. Натаниэль, о, Натаниэль, рада тебя видеть. Это Моргана? My, Господи, как ты выросла. Как поживает твой отец? Они еще и знакомы, ничего себе. Папа в порядке. Он назначил меня командовать кораблем, чтобы посмотреть, как я справлюсь. Он должен невероятно тобой гордиться. Ты что-нибудь знаешь про золотую черепаху? Тоже ничего не знаю. Боюсь, я никогда о ней не слышал. Да врет. Слышал по-любому, это же местные байки. Таннер. Ты знаешь Бакклберри Таннера? Разве он не был великим путешественником?
That's right. Точно. Anything else? Что-то еще? Only that he used to be. Ну, он был губернатором острова еще до того, как я попал на остров. Это все мы знаем. Ничего нового ты нам не сказал. Do you know Uncle Eduardo? Ты знаешь дядю Эдуарда? I saw him years ago. Я видел его годы назад, но слышал, что он пропал в море. He's been seen on его недавно видели на этом острове. Отличные новости. Надеюсь, ты его найдешь. Ты знаешь, где Хиллари? Не знал, что он на острове. Он постоянно приходит и уходит в последние дни. Хиллари похитил богатого торговца. Кроме того, дядюшка Эдуардо тоже может быть у него. Подожди-ка. Почему все вдруг стали считать, что Хиллари такой плохой? Ну давай, хватит тебе кота за яйца. Кого я обманываю? Это наверняка он. База Хиллари. У Хиллари есть база, на острове. Yes, да, но он никогда не говорил, где она. Он думает, что защищает меня. Не думаю, что мне удастся узнать, где это. Короче, в итоге мы ничего не узнали, да? Если кто и знает, где находится база, то это дьявол, первый помощник Алессандро. You mean Diego? Ты имеешь в виду Диего? В смысле, дьявол? Of course. Конечно, тебе стоит с ним поговорить. Он сильно подружился с Хиллари последние годы. Опа-на. Опа-на. У нас, оказывается, крыса завелась. Ну-ка, Диего, расскажи-ка. Мне нужно переговорить с тобой. Правильно, правильно. Ногами топай, топай. Это так? Почему Натаниэль называет тебя дьявол? Потому что он дурак, испугавшийся меня. Ну-ну. Расскажи о дружбе с Хиллари. Кажется, Натаниэль распускает слухи. Чё, съел, да? Испугался? Так это правда? Ты дружишь с Симпкинсом? Мы пьем с ним вместе иногда, ничего больше. Ну-ну, заливай тут. Что насчет базы? Где она? Я понятия не имею, где она находится. Полагаю, ты передаешь веру моего отца в тебя. Ты ничего не знаешь. Игра в капитана не позволяет тебе проникать в дружбу между мужчинами. Капитан мне как брат, и я никогда его не предам. Я скорее отрежу себе ногу. Тогда докажи это. Я повторял уже много раз. Твой отец знает, какова моя преданность. Но, как обычно бывает, самые преданные, они и бывают предателями. Тогда докажи это мне. Если это доказательство, которое тебе нужно, я помогу найти базу Хиллари. Отлично. Так. Он поможет нам найти базу Хиллари. Но. Так, я должна найти способ помочь папе. Так. Близко хочет, чтобы мы нашли легендарную черепаху. Диего сказал, что поможет найти мне секретную базу Хиллари. Так, здесь у нас половина дисков за мозаичный кол... А! Кстати. Ну-ка, Диего, пойдем-ка, поможешь мне. С этой, как ее? С мозаикой. Так, а ты еще что-нибудь скажешь, нет? Hello, son. Hello, Morg. О, про базу Хиллари. Hillary has a base у Хиллари есть база на острове, но Натаниэль не знает, где конкретно. Я тоже, что означает, что это что-то должно быть на темной стороне острова. Слишком велика область поиска. Не ходи туда, там творятся страшные вещи. Ни один островитянин не рискует туда заходить. Что за страшные вещи? Я не знаю, никогда там не была. Последний, кто был там, не вернулся. Так, какие-то страшные вещи. Ну-ка, Натаниэль, что им скажет нам про страшные вещи?
Натаню? Hello, Morgaine. Нет, ничего нет. Кстати, Васко, а ты что стоишь? Может, ты что знаешь? Васко? Yes, senorita. I'm looking for Я ищу базу Хиллари. Можешь мне помочь? No. Нет, извини, но у меня может быть подсказка. Хиллари уронил это, когда проходил по площади. О. Эта скорлупа просто огромна. Никогда не видел птицу, откладывающую яйца такого размера. Возможно, это поможет найти базу. Что за скорлупа? Странная сломанная скорлупа. Динозавра, что ли? Ладно, идем, короче, к мозаике. О! Может, Санчо что-нибудь знает про эту скорлупу? Нет? Hello, Sam. Hello, Morg. Нет, ничего, она не знает. Идем, короче. Oh, no. О, нет, плохая затея ходить под лестницей. В смысле? Окей, идем. О, а может ты что-нибудь знаешь про скорлупу? Hello, Percy. Привет, Перси. Hello, miss. Здравствуйте, мисс. Do you know ты знаешь, где мне найти Хиллари Симпкинса? Him? Ему? Мы должны снова привязать его к столбу. Найди Натаниэля. Они были друзьями. Натаниэль ничего не знает. Да, я помню Натаниэля. Он не знает ничего. Были мы уже у этого Натаниэля. Ладно, идем к мозаике. Так. Диего? Диего, ты можешь достать эту часть диска из колонны с мозаикой? У него сил-то побольше, ну что, вырвет ее просто. И чё? Я не могу сделать это голыми руками. Даже мне нужны для этого инструменты. Да есть у меня инструменты. Диего, ты возьмешь их? Это не мой день рождения. Считай это ранним подарком. Заранее нельзя поздравлять с днем рождения. Диего, ты можешь достать часть диска из колонны с мозаикой? Ладно, берегись летящих камней. Ну давайте-ка посмотрим. Прям как барабанная установка, да? Ничего себе, он все сломал. Вау! Вау, это было впечатляюще. Так. А, мы взяли уже часть диска, да? Или нет? Нет, ничего мы не взяли. Булыжник. Минуту назад здесь был каменный столб. Вот он. Похоже, он пережил разрушение без повреждений. Отлично. Наверное, теперь... Да куда ты? Воу-воу-воу. Ты что? Отлично. Какая-то тайна исходит из этого диска. Мистический диск. Так, может... Здесь мы закончили. Может, к этой... служанке губернатора отправиться, сказать ей, что мы нашли диск, то она вон рудается. Мисс Браун. Yes? Да. Я узнала, кто вас заменял, пока вы болели. Это Перси. Садовник губернатора? Yes. Да, он также взял сломанный диск, но только потому, что он думал, что это безделушка. Спасибо, Моргана. Теперь я смогу заснуть. Пожалуйста, возьмите это в знак моей признательности. О, что-то даст? Два дублона. Спасибо. Отлично, еще денег подзаработали. Ничего. А, нет, ничего не делает.
Может, она знает что-нибудь про скорлупу? Вы никогда не видели ничего подобного, мисс Браун? Лично нет, но я знаю, кто с ним знаком. Пару лет назад губернатор послал экспедицию на дальнюю сторону острова. Только половина из них вернулась. Что произошло? Выжившие написали отчет о чудовищах, вызвавших у них безумие. Губернатор был в ярости и разорвал отчет, но я сохранил на кусочки бумаги на случай, если они важны. Могу я их увидеть? Отлично. За темным перекрестком мы нашли странный пляж, который всегда был лишен света. Мы нашли странное яйцо на темном пляже, а когда подняли его, чтобы изучить, появилось чудовище. Чудовище нас атаковало, и мы убежали, но в спешке яйцо упало и распалось на две половинки. Оно было в такой ярости, что чудовище убило половину группы до того, как мы смогли убежать. Это очень краткий отчет. Жесть. Если яйцо с темного пляжа, то там должна быть база Хиллари. Мне всего лишь надо ее найти. Да по-любому там... Я уверена, что база Хиллари на темном пляже. По-любому там не чудовище, который расположен здесь. Я немедленно отправляюсь на темный пляж. Так. На темный пляж. А как нам на темный пляж пробраться? А, вот, карта пустого острова. Давайте-ка сохранимся. На всякий пожарный. Так, причал. Городские ворота, нижняя городская площадь и темный пляж. Так. Вот, собственно, мы на темном пляже. Вот миль. На дне этой лужи что-то сверкает. Прикольно. Это монетка. Кажется, я отменил чье-то желание. Да? Давайте тоже загадаем желание. Это должно восстановить желание для того, кто сделал это. Либо забрать дублон. Можно, да? Наверное. Ладно, не будем забирать. Темная пещера. Темные рифы. Так. Здесь что у нас? Вон, яйца. Да? Яйца же. Посмотрим. Здесь щель между скалами. Выглядит как пещера. Я не уверен, что хочу идти в эту темную пещеру. Давайте сходим сюда. Ну и Диего здесь. Помогите, помогите! Блин, как кошак. О нет, на море прилив, и Бриско может утонуть. Мы должны помочь ему. Как? Здесь нельзя спуститься на пляж. Давай поищем что-нибудь, что поможет нам спуститься. Поискать, что поможет нам спуститься. Hi, Diego. How are you? I'm bold. Мне скучно, не хватает действия. Да. Там в этом... Лестница, наверное. Точняк. Так, где у нас там городские ворота? Здесь? А, нет.
Он здесь. Hello, son. Hello, Morgan. Тоже ничего. Так. Лестницу. Слишком тяжело, чтобы таскать ее с собой. У нас есть Диего. Идет такой вальяжный, блин. Диего, мы можем спуститься с утеса по этой лестнице. Сможешь ее принести? Ладно. Так. Скала. Скалы полностью окружили пляж. Мне не нужно взбираться на скалу. Это у нас корабль, да? Разрушенный. В принципе, здесь. Что написано? Килрой. Килрой вас. Килрой вас херт. О, яичная скорлупа еще одна, смотрите. This is like the это какая-то... Vasco gave это me. Как яичная скорлупа, которую Васко дал мне. Воу. Ничего себе. Воу. Now that was spooky. Сейчас было страшновато. Ха, нифига. Вот реально какое-то чудище. Укрепленная дверь. Это необычное место для двери. Посмотри на мощь этой штуки. Никто не сможет ее разрушить. Закрыто, как я и думала. Почему тот, кто поставил здесь железную дверь, не оставил ее открытой? А там, наверное, это... Монстр сидит, а у нас ключа... О, ключ. Да, есть. Может, он откроет эту дверь? Нет? Нет. Ладно. Посмотрим, что еще здесь есть. В принципе, ничего. Давайте поможем Бриско. Сеньор Бриско, вы в порядке? Слава Богу! Диего, почему ты дружишь с человеком, способным на такое? Задумался? Нет, только не змея. Что? Темная змея вернется. Мы все обречены. Бриско, о чем вы говорите? Она убьет нас, темная змея. Походу он поехала крыша у него. Он пугает меня, я никогда не видел ничего подобного. Предоставь это мне. Я отнесу его обратно на корабль. Нормально. Взял, вырубил. Моргана, ты сделала это. Ты спасла Бриско. Однажды ты станешь великим капитаном. Спасибо, папа. Я... Эй, Моргана! Я понял, что ты хочешь сказать, Диего. Я действительно горжусь ей. Это не... Почему это должно меня волновать? Бриско пришел в себя. Это точно был кошмар. Это змея... Даже не нарком... наркоманом. Даже не нароком думал утопиться. Спасибо за то, что спасла меня, Моргана. И ты тоже, Диего. Сейчас вам лучше? Я думаю, да. Все поблагодарили Моргану, а Диего нет. Как насчет дядюшки Эдуарда? Вы не видели его?
Что? Uncle Eduardo. Дядушка Эдуардо нес... А, нес Хиллари? Нес. О, oh, да, начинаю припоминать. Дядушка Эдуардо был с ним, но потом неожиданно пропал. Мы должны поспешить с поисками. Что там с дядой Эдуардо? Все, очнулся. Дядя Эдуардо, черепаха, их поиски не так уж и важны. Симпкинс забрал ключи от моего дома и сейфа. Должно быть, он пошел за вашим золотом. Мне не нужно золото, я волнуюсь лишь о жене Элизабет. Элизабет Уотсон. Мы должны немедленно вернуться на остров изобилия. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать. Спасать Элизабет будем в следующей серии. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.